Всем добрый вечер. Просили в комментариях показать Венеру, которая видна сейчас на вечернем небе, в телескоп. Смартфон подношу к окуляру телескопа, который направлен сейчас на планету Венеру. Но стандартное приложение камеры смартфона дает вот такую картинку. И видно намного хуже, чем видно глазом. Это уже вам не Луну снимать смартфоном, что намного проще. Но сейчас я переключусь на другое приложение, на хедж-камеру так называемую, в которой можно устанавливать вручную экспозицию, фокусировку и ISO, чувствительность камеры. А вот это уже был вечер с лучшим состоянием атмосферы. Как можете заметить, Венера уже не так трясет. Хорошо видна ее форма, фаза. Видео также было снято камерой смартфона через окуляр телескопа при увеличении 375 крат. Отснятый материал обработал программой PIP, которая стабилизировала тряску изображения и смещение Венеры в кадре. А вот и фотография, которая получена сложением кадров отснятого материала в программе Registax. Было сложено примерно от 100 до 200 кадров, точно не помню. Понижаю чувствительность, добавляю цифровой зум, еще понижаю чувствительность. Из-за сильного ветра происходит вот эта тряска, рефракция, вызванная турбулентностью атмосферы. То есть сейчас состояние атмосферы для астрономических наблюдений очень плохое. Сильный ветер, разница температур, изображение дрожит. Венера сейчас все-таки очень далеко, в следующий месяц она будет ближе к нашей планете. Ее видимый диаметр в небе будет больше, и в телескоп уже будет ее легче рассмотреть, будет виден узкий серп Венеры. И поспешу поделиться радостью. Уже забрал с почты посылку астрокамеры SV205 фирмы SV Boni и уже опробовал. На канале, конечно, будет обзор и распаковка, и надеюсь, удастся с вами делиться новыми интересными кадрами и съемками. Так что оставайтесь на канале, смотрите уже загруженные видео. Подписывайтесь на новые, жмите колокольчик, чтобы не пропустить. Всем всего хорошего, всего доброго. Наблюдайте небо. Пока.